Всем привет! Мы продолжаем обзор Air Mouse, и сегодня у нас на очереди Air Mouse WS505. Давайте посмотрим, что у нас входит в комплектацию. Непосредственно сам пульт, USB шнур, Bluetooth адаптер, который подключается к вашей технике, и маленький буклетик информационный. Так, давайте посмотрим поближе пульт. Так, дизайн пульта, то есть удобный, хорошо лежит в руке. На обратной стороне имеем клавиатуру. С внешней стороны у нас крестик управления, кнопка ОК, кнопка лазерной указки, кнопка возврата, кнопка домой, системное меню и включение-выключение курсора. Пульт включается кнопочкой на боковой панели. То есть из интересных функций можно выделить вот лазерную указочку. Отличное решение от пользования презентацией. Давайте теперь подключим пульт к нашему телевизору. Быстренько пробежимся, посмотрим, как он у нас срабатывает. Да, то есть крестик работает нормально. Гироскоп, в принципе, тоже. То есть, ну, все как стандартно. То есть клавиатура тоже работает. В принципе, на виртуальной клавиатуре, допустим, как у нас телевизора, можно переключать языки и можно печатать тоже на русском. Так как русской раскладки, к сожалению, не предусмотрено, нужно будет уже руководствоваться виртуальной клавиатурой. Также здесь есть кнопочки FN, с которыми можно вот определенные комбинации выбирать определенные функции. Интересненький, маленький, удобный пульт, который, я думаю, будет отличным решением для использования в каких-то презентациях, так как здесь есть вот лазерная указочка.